Добрый день, дорогие друзья, и как вы можете видеть, мы снова на нашем теплом ламповом канале Unboxing, где мы распаковываем различные посылки из Китая. И сегодня нас порадовала очередная посылочка на 21 день, опять же, она дошла. Давайте посмотрим, что же там внутри. Па-бам! Так, и это... набор, даже вот тут у него название есть, тоже набор инструментов. Мы недавно такой распаковывали, точнее, набор не такой, а инструменты похожие. Значит, это набор инструментов для работы с контактными линзами. Имеется контейнер, в нем имеется пинцет и присоска. Опять же, не знаю, можно ли этими инструментами пользоваться. Сам я пока контактные линзы не ношу, одевать не пробовал. Буду очень признателен, если вы в комментариях расскажете, кто пользовался подобными приспособлениями и имеют ли они какую-то пользу, то бишь удобнее ли с ними извлекать и вставлять контактные линзы. Ну, а на этом наш сегодняшний анбоксинг завершен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Пока-пока!